Предметы искусства должны украшать стены школ и тюрем, считают латвийская художница Весма Витола и музыкант Сергей Егерс. Сегодня латвийский контртенор и основатель благотворительного фонда выступил с концертом в Ильгуцемской женской тюрьме. В первую неделю Нового года музыка заключенным женщинам и подарки их детям. В Ильгуцемской женской тюрьме содержится 250 заключенных. Там же со своими матерями живут и 12 детей. Сегодня детская комната тюрьмы пополнилась яркими игрушками и картинами художников со всей Латвии. Но какое-то время мне еще надо будет провести в тюрьме, а дочка будет со мной. Два раза в день мы ходим на прогулки, спим, едим. У нас режим. Все в порядке. Окружающая среда меняет личность человека. С этими картинами впечатления от моей музыки будут ярче. Благотворительные акции в больницах и школах в сотрудничестве с фондом Сергея Егерса проходят вот уже 17 лет. Всего 3 месяца назад картину украсили стены средней школы Икшкеле. Виктория Терентьева, Анетта Бертула, Ингус Граудинч, латвийское телевидение.